Сегодня даже рыжая девушка стала есть кашу. Потому что уже четвертый день не получает мяса. Подъела все свои запасы на территории. Подъела все чужие запасы на территории. И сейчас начала. Поживешь с вами, будешь есть разную гадость. Но ничего страшного, это полезно. Как вы видите, худой, инертный. Алиса не выглядит. Ну, в данный момент она выглядит, конечно, инертной. Но это потому, что я ее просто поглаживаю. Твой хвост в моих руках. Все, заснула. Нет? Вот такое замечательное настроение у Алисы. Можно просто положить на нее руку, и она отключится. Главное, чтобы ее что-то прижимало к земле. Ой. Да, но лисы очень пугливые. Осторожные. Алиса, зрители скучают по твоей второй подруге, которая вредная и кусается. И кричит очень много. А ты молчишь, не кричишь и не кусаешься. Так, валяешься просто, взяв в зубы мой палец. И вот так, в принципе, проходит окончательные весенние деньки у Алисы. Та-дам! А у тебя как? Белый в охоте за птицами. Весь погружен в свой процесс. Садись. Садись, садись. Давай, давай, садись. Сидеть. Белый. Нет, не слушается вообще. Весь своими делами занят. Ну. Давай лапу сюда. Нет? Лапу.
Вот такие спокойные дни, точнее, спокойное утро. В хорошую погоду. Весеннюю. Пришла хулиганить. Не дает заниматься. Грызет гири. Что такое? Говорит, гири тоже мои. Что? Варежка у тебя большая. Добрейшей души существо, даже меня покусывает. Молодец. Что это? Говорит, руку отдай. Разыгрывается потихоньку такая, заводится такая. Дрын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Вроде как еще спокойная. Сейчас начнет хулиганить. Облизает хвост у Алиски. Покажи хвост-то. Ну, иди сюда, показывай. Прямо кусками можно вытаскивать потихоньку. Видите? Спокойная. Не пищит. Не шумит. Тихая лиса. Радостная. И что это такое? Называется «Угадай, что я хочу?» Я вот не знаю. Смотрите на эту лису, которая готова играть. Ну? Здрасте. О, ботинок кусаешь. Кто там, птичка? Ой. Очень не нравится, когда я выигрываю. Я быстрее. Да, да, быстрее. Ну, а куда тебе деваться? С тобой поведешься, от тебя... Оп. Да, да.
Да. Ну, видно, да? Боевая лиса. Настоящая, да. Смотри, сейчас. Ну, ты такая. Палец мой обратно. Да.